хотели поиграть в конструктор, а сложилось уголовное дело. Полицейские чуваши задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья, которые промышляли кражами в магазинах детских игрушек. Теперь двоим мужчинам суд объяснит, что детство закончилось. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД по Чувашской республике. Им слово. Я поехал магазин. Языковой барьер, который возник сразу после задержания, не препятствовал гражданам одной из стран ближнего зарубежья при совершении краж в торговых центрах. Охрана отдела детских товаров крупного магазина по улице Калинина в Чебоксарах обнаружила, что на полке с дорогими конструкторами не хватает нескольких коробок. Судя по видео, их похитили двое смуглолицых мужчин, дважды заходившие в отдел с большой сумкой. О гастролерах были немедленно предупреждены магазины той же сети в других торговых центрах. Как только те появились в магазине по Президентскому бульвару, охранники вызвали полицию. Найти общий язык с задержанными оперативникам удалось не сразу. Нами были приняты определенные, значит, оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были получены видеоизображения данных людей, которые как забирают товар, как выносят, как дальше проходят до своей машины, как грузят, возвращаются, второй раз совершают хищение и уезжают. Значит, в процессе работы были показаны ряд фотографий для того, чтобы освежить их память. Но в конце концов они, значит, приняли решение, значит, пойти с нами на контакт. Коробки с похищенными конструкторами стоимостью около 70 тысяч рублей были изъяты в квартире, которую иностранцы накануне сняли в Чебоксарах. В столицу Чувашии они прибыли из Нижнего Новгорода, чтобы, как говорят, прогуляться по магазинам. Поехали в этот магазин «Детский мир». Там видели, ну, игрушки, такие лего. Ну, они понравились нам, мы их воровали. Но назвать данные кражи спонтанными вряд ли получится. Молодые люди приехали в Чебоксары не с пустыми руками. Да и в Нижнем Новгороде граждане бывшей союзной республики уже привлекались к административной ответственности за мелкие хищения из торговых точек. Они к этому готовились. В ходе, значит, осмотра их автотранспорта было, значит, найдено два приспособления, так называемые кусачки для электромонтеров, небольшие, которые в кармане прячутся. Кроме того, у них было обнаружено пакеты большой емкости. При этом один из пакетов, бумажный, был вложен один в другой, и между ними была проклеена фольга. По ходатайству следствия отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Чебоксары 23-летние подозреваемые в краже были арестованы судом на время расследования уголовного дела. Теперь им грозит не только срок за кражу, но и последующая депортация из Российской Федерации.